Утренний туман тихонько уходит туда, куда ему надо. Великий мастер приходит туда, где его не ждут. Приветствую вас, уничтожающие талию конфетки! С вами Федорович, а в этом видео вы увидите величайшего и могущественного мастера-бородача, который, сам того не подозревая, раскрыл нам все свои невероятные секреты. И после этого видео вы, познав вселенскую силу любви, сможете уничтожать всех, кого захотите. Но для начала нужно подключиться к потокам невероятной энергии в этой реальности. Осознать, что сейчас происходит, может только истинный седобородый мастер, ну или истинный диванный боец, который продавил пружины уже далеко не одного дивана, беспощадно уничтожая ни в чем не повинные печеньки с чаем, наработав себе стальной и непробиваемый иммунитет круглообразного стального пуза. Как говорится, не спи на лекции, а то проснешься в армии, а вам вообще не стоит спать. Ибо можете так и не проснуться. Может, кому-то из неопытных бойцов могло показаться, что мастер просто так гоняет мух, но на самом деле он подключается к невероятным и супермощным земным стихиям. Возможно, кому-то показалось, что я случайно убил парочку человек, делая эти движения, но на самом деле я подключился к вселенской энергии. Мы подсоединяемся к воде и воздуху. Они создают энергию. Сила — это не просто форма, это движение энергии. Вот, например, такой. Руку, которая дарит подарки, никто не отрезает, а мастера, который щедро раскрывает свои секреты и делится знаниями, мы осуждать и оскорблять не можем. Если кому-то из вас может быть, чисто случайно показалось, что движения мастера похожи на какой-то замысловатый танец алканинзи субботним вечером, то очень зря. Ведь для того, чтобы понять, это боевое искусство или не боевое, вам нужно будет в темной подворотне вызвать парочку гопников-отморозков на бой и использовать этот стиль против них. Но вы наверняка сыканете. Поэтому вместо того, чтобы осуждать и смеяться, смотрите и впитывайте знания мастера, когда он уничтожает учеников. Когда вы так двигаетесь, вы качаете энергию, как идущий в пустыне осел. Когда осел говорит «иа-иа», он правильно распределяет дыхание, и поэтому он такой выносливый. А вот это уже интересно. Я, конечно, знаю, что в кунг-фу используют различные стили и направления, связанные с животными. Но вот про стиль осла я слышу впервые. Но, конечно, дыня растет лежа. А для того, чтобы освоить этот невероятно мощный стиль, вам нужно будет встать с дивана. Как мне не жаль. На самом деле эти движения очень эффективны в бою. Вот как мы можем управлять энергией в бою. Ведь силат — это боевое искусство, которое исповедует любовь. Вы не должны применять насилие к противнику, только любовь. Вы должны драться сердцем, излучая энергию любви. Как вы должны чувствовать, когда вы делаете силат, как Салат, с Зикр.
Вообще-то мы можем даже убить соперника, но при этом испытывая любовь. Сначала мы должны проявить уважение. Это базовые блоки. Когда Бог закрывает одну дверь, Он открывает 1000 других. А если мастеру нанести один удар, он придумает 1000 приемов. Главное, чтобы ученик делал это медленно и замирал после каждого удара. Я понимаю ваш восторг и восхищение, ведь ваши сердца наверняка полны любви. А значит, всем местным гопникам и алкашам вы принесете смерть на крыльях любви. Это может выглядеть очень опасным, но во мне нет ненависти. Я ломаю человека легко и с любовью. Мы деремся, как будто срываем с дерева фрукт. Вот он висит и упал. А человек поднимает его с земли. Это гармония Вселенной. Даже не пытайтесь понять, что вы только что услышали. Даже я, человек, познавший всю суть бытия и создание этого мироздания через понимание неестественных законов Вселенной, который принимает всю энергию Вселенной и чувствует малейшее колыхание потоков, которые даже мимолетно касаются паутинки в дремучем лесу, который просто одним взглядом может понять и осознать грустный и нежный взгляд лягушки в золотистом болоте, которая созерцает прекрасную луну, ни хрена не понял, при чем тут фрукт к смерти и убийству человека. Когда вы поймете эти движения, вы перестанете думать. Вы начнете драться сердцем. Ведь случиться может все, что угодно. Когда вы думаете, вы начинаете тормозить и задумываться над тем, что я должен сделать. А когда вы деретесь с помощью сердца, вы просто делаете то, что нужно. Вот здесь я с мастером полностью согласен. В бою нужно действовать интуитивно. Вот только в спорте это называется мышечной памятью. Именно для этого каждый удар, прием, комбинации, связки, защиты отрабатываются сотни раз на тренировках. Для того, чтобы в бою боец не думал о том, что ему делать, а действовал интуитивно, на чувствах. Вот это да! Вот это мастер-красавчик. Вот только то, что показывает мастер со своим учеником, больше похоже на технику великого и санцеликого чхарька, который на ходу придумывает 1000 приемов от каждого удара. Главное, чтобы ученик это делал медленно, а учитель успевал на это все реагировать и ломать как хотел. Ну что ж, смотрим дальше, что нам покажут эти любвеобильные ласточки. Главная фишка моей техники в том, что ученик все делает медленно и плавно, а я выполняю все приемы резко и быстро, когда он останавливается и ждет от меня приема. Именно это позволяет мне придумывать всю технику силата в стиле осла по ходу дела и казаться непобедимым мастером. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях.
а в комментах напишите, вы уничтожаете бутерброды с любовью или как беспощадный варвар? А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Защита! Нога где-то, раз-два! Переваривай! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! Хоба! Опа! Вот так!